Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и выходит очередной роллинг на 115 тысяч самоцветов, а может быть и не на 115 тысяч самоцветов. Я уже, знаете, я на самом деле вот роллинг начал, а надо вот лучше спросить. Нет, 15 тысяч сам. Короче, 100 тысяч ровно. 100 тысяч ровно у нас роллинг, у нас коллекционер. Это тот аккаунт, помните, там, где я начинал ролить, а оказалось, что там ролить не надо, и там надо ролить только под коллекционера. Короче, пипец вышел. Ой, ладно, не суть. Ставь лайк, дружище. О, награда, благодарение. Поддержи все это, да? И мы полетели, мы погнали. Что тут вообще? Чё тут? Так, сюда зайти? Нет, дает одну карту героя. Нет, это все не то. Так, как ролить-то? А, надо вообще посмотреть. Паштет Про, аккаунтик, 276 тысяч силы. И находится он в гильдии под названием, ёлки-палки, Голдград. Дофига еще мест свободных. Так что, ребятушки, вот, вход в гильдию только с WhatsApp, вступайте. Далее, что я хотел бы вам показать? Я хотел бы вообще посмотреть, что тут не хватает. Так, окей, Розалинда мимо, так, Фобос, Космо, ага, Трифит, ага, Оккультист, Профессор Риббит, Землеройка, Свалин, Арктика, Дама Холода, Махатма, Скиталец. Хотелось бы, наверное, ну, по крайней мере, мне больше всего Космо выбить. Ладно, окей, не суть. Дальше, что? Ну, у нас это акция коллекционера, я не знаю, когда это опубликую. Еще раз скажу, что это просто полнейшая фигня. Реально, полнейшая ерунда. И то, что там пакет накопления, тратить с выгодой, просто тоже там награды, просто, я не знаю, разработчики, елки-палки, лучше бы вообще бы вводили бы и не позорились бы. Так, 15 тысяч самов надо оставить. И тут пораспаковываем места на складе. Ну давай там. Скиталец, может быть даже недостающий. Капитан Рогатка. Ну-ка. Циклоп Командора. Да что так места-то заканчиваются? Что там на складе происходит? Череп. Леди Лео. Купидон. Студенец и Панда-разрушитель. Седна. Дама холода. Дама холода, дамы и господа. Ну-ка, давай последний раз куплю. А, нет, я думал, вот сейчас возьмет. Короче, дама холода. А, ну тут подарков целая куча. Надо вот это вот все открыть. Ой, как оно сейчас будет долго и тупо открываться. Эти ненужные никому осколки. Разработчики их раздают. Господи. И сейчас мне кто-то скажет. Вот эти осколки нужны для бездонатных игроков. А ты попробуй собери их. Вот. Одного героя тут собери. Тут через годик, может, соберешь. Когда он тебе уже нафиг не нужен будет. О! Прикольно, да? Так, дальше. Кстати, легендарные карточки бесполезные. Я говорю, раньше было время, когда просто там 5 самых простых, короче, легендарных карт, которые вообще существуют в игре, ты открываешь, вот, записываешь видео и просто на заставку ставишь эту простую легендарную карту, пишешь, что их 5 штук, и все, и там 60 тысяч просмотров. А сейчас просто такая херь. Никому не нужная. Ой. Так, окей, давай дальше. Окей. Так, что тут еще? Ой, ну давай, чары откроем. А че бы и нет, набор почтения. О боже. Набор почтения. Ну-ка. Так, ясно, с этим все понятно. Идем дальше. С этим все понятно. Так, это что? Временные скины. Это прям что-то. А вообще места, ну типа, ништяки открываю, мест больше не становится. Праздничный подарок. А, ну это вот целая куча херни полнейшей. А мест все меньше и меньше. Осталось 2 свободных места. Надо еще героев куда-то, я не знаю, слить. Ну, не сли... ну да, там эти зеленые, синие. Короче, с ним непонятная фигня. Вот. С ними-то не... С ними непонятная фигня. С
ними непонятная фигня. Дальше. Сундук защиты. Воу. Воу, вы посмотрите просто. Воу. Воу. Окей, не останавливаемся. Так. Это что у нас? Это что? Мес какой-то или что? Я не знаю. Это надежда освободить. Вообще, в принципе, как бы на чужом складе интересно копаться. Не знаю, как вам. Мне это по приколу. О, супер легендарная карта. Давай откроем. А чё бы и не открыть-то, а? Правда, оттуда ничего полезного не выпадет. А потом будем просто супер ускоренно ролить. Чтобы для вас это видео не оказалось 20-минутным. Не знаю. Так, окей. Дальше. Ну то у меня там сейчас дочка доест бананы, все. Я уже вам тут не позаписываю. Роллинги, да? Шмоллинги. Так. Придет такая, папа, ну чё? Чё делать будем? Я такой, у-у-у. О, целых 16 самоцветов. Замечательно. Так, что тут еще есть? Прям сразу капитулировать со склада. Ну, вроде место освободили. Ну, и тут просто места тупо мало. Давай дальше. Полетели. Давай, кто там? Там вообще дофига недостающих. Так, главное не профукать 15 тысяч самоцветов оставить. Слушай, дама холода, мы даже сказали... О, еще раз! Вот я говорю, какой роллинг подряд. Вот даже если выпадет недостающий редкий герой, вместо того, чтобы выпасть какому-то другому редкому герою, крутому, выпадет повторка. Еще раз дама холода выпала. Что и следовало доказать. Жаль, в коллекционере нету задания, типа, выбить две дамы холода, и тогда ты получаешь зефирика. У-ху! Вот это было бы невероятно, конечно, круто. Ну а так, я не знаю, чё вы претесь за этими коллекционерами. Ну херь полная. Просто дерьма, дерьмо, дерьмище. Понимаете, по-другому, по-другому это никак не объяснить. Одержимый, шаман. Да. Ну-ка. Суккуб, Влад Дракула. Дальше что? Эй, где герои? Вы чё, давай. Ну-ка, рандом, не останавливайся, Миша. Не знаю, не помню, он недостающий или нет, но выбили, окей. Вообще Космо приди, вот что главное. Пофиг там на коллекционера. Еще один Миша, я говорю, вот раз выбиваешь и выпадет второй. Как это работает, неизвестно. Уже когда вот в последнее время... Вот эту штуку, тенденцию замечаю с землеройкой. Она вроде недостающая была. Слушай, ну окей. Ну, уже как-то мне будет не стыдно отдавать аккаунт. А то в прошлый раз я на 100 тысяч самоцветов ролил. И ни хрена не выбил толкового. Ни хрена. Культист. Да, землеройку недостающую выбил. Слушай, ну неплохо. А Миша был, кстати. И выпало два Миши еще. Дома холода и землеройка, как минимум, выбита недостающая. Ну, как бы. Слушай, ну да. Пока что нехило. Хотя, с другой стороны, опять же, это 100 тысяч самов. 100 тысяч самов. Ну, мы потратили... Это мы за 50, по сути, выбили. Давай дальше. Давай, не останавливаемся. Ролим. Давай. Подожди, мы же тут можем супер скидку, он же мне скажет, что ты скидку не активировал, а вот активируешь скидку, вообще ничего не падает. Ну ладно, у нас теперь вот 40 ударов более дешевых ворожей, и как бы сэкономим самоцветов, мое почтение. Вот, 40 ударов, 40 на 2, 800 самоцветов сэкономим, друзья. Арес, я вот посчитал. Командора. А, все, попытки закончились, отлично. А, ворожей, мне кажется, там не 40 вообще, типа, это все, эта скидка так быстро заканчивается, что такое чувство, профессор Рибит, Купидон, как будто как бы там не 40 попыток, а 15. Рыцарь тьмы, да где? Космо дай, свален. Не знаю, свален был или не было. Суккуб, Космо дай, пожалуйста, рандом. Миша, третий раз падает, ну вот ты серьезно. Для чего? Объясни. Скиталец. Тоже, я не знаю, был или не был одержимый. Скиталец. Нужен тут был, не нужен был. Кому-то нравится скиталец, кому-то нет. Я... А, вот, недостающий.
Скиталец, землеройка, дама холода, как минимум. Ну, еще 30 тысяч самов где-то ролим, друзья. Давай, давай. Рандом, не останавливайся. Нужно больше недостающих героев. Дракос. Ну, главное, Космо. Космо, пожалуйста, дай Космо. Космо. Ну, Фобоса там на крайняк, не знаю. Культиста был там, не был он. Космо, приди. Космо, приди. Королева Гарпий. Приз просто закидывает старым доисторическим дерьмом. Так, давай, рыцарь тьмы, все не то. Давай, мы в напряжении, Арес. Господи, давай ты космо-то, дай скита... Вот, вот, и... Вот о чем я вам говорю. Выбили недостающего скитальца, так он второй раз упадет вместо какого-то другого героя. Выбили, это же третья дама холода. Это уже третья дама холода за роллинг. А вот я прошлый, вот буквально там полчаса назад записывал видео и подписчику ролил, да, героев. Ну, тоже Дама Холода нужна была. Ему Фобос должен был, ну, нужен был. И Дама Холода. Ни одной Дамы Холода не выпало. Здесь три. Тоже одинаковое количество самоцветов. Как это работает? Хер его знает. Но Космо что-то не дает. Дай Космо, падла. Рандом, дай Космо. Я, кстати, не знаю, вы там лайк-то поставили. Комментарии на это писали. Свален уже, который... Я, кстати, все не могу посмотреть. Свален-то недостающий. Недостающий. Ну, давай досмотрим уже до конца. Тут пару тысяч самов осталось. Ну, Дед Мороз, Триант. Все. Дед Мороз, Триант. Свален тоже недостающий. Я не знаю, как оценивать этот роллинг, друзья. Ну, только вы его можете описать, потому... в комментариях, может, Асура еще не было. Хотя, может, Асуру выбили. Я не знаю, была, не была. Уже, а где вообще свален? Ну, значит, он где-то был. Значит, он где-то... А, слушай, мы свален... Свален тоже недостающий. Просто. И тоже недостающий. Мы его выбиваем. И он потом, короче, падает. Бесконечно. Ну, вот как-то, как-то так, не знаю, короче. Давай зайдем в этот день замковладельца, коллекционер героев, все забираем. Но по факту, ну, вот сейчас я все эти награды заберу, ну, говно говном. Просто, я не знаю, чё вы все? Вы просто посмотрите, типа, тратишь 30 тысяч самов, получаешь 10 яиц фиолетовых. Серьезно? Смотри, тратишь 50 тысяч самов, получаешь 5 тысяч кулаков. Просто. Просто 100 тысяч тратишь, получаешь значки почета, книжки зеленые. Ну а чё нет-то, а? Чему бы и не, да, получаем все. Воу, воу, вот это вот мы полностью собрали коллекционеры и тратим с выгодой. У меня вопрос, Каджиджи, вы там не долбанулись случаем, а? Ну, вообще, ну, просто, ну, это ж смешно. У вас недостаточно места на складе. Господи. Да и хер с ним, короче. Ладно. Да, у нас еще там 14 всего там всякого осталось. Короче, ладно, уже не будем это ничего открывать. Пускай там он забирает то, что не, я не дозабрал там, я не знаю. Открывать нету смысла. Вот. Короче, ладно, давай ровно оставим... 500 тысяч, фото, 500 тысяч самоцветов, хотел сказать, 15 тысяч самоцветов, короче, пишите в комментариях, что вы думаете, я был бы весьма благодарен, если бы вы поставили лайк, пожелаю всем удачи и всем пока.